как ни странно, говорим обо всем. Говорим, наверное, такие же разговоры, которые могут вестись на любой кухне, в любой квартире, в любой семье. Говорим о том, что беспокоит, говорим о том, что запланировано на следующий день поработать, говорим о собственных ошибках, которые допустили, потому что космонавты, к сожалению, свойственно ошибаться, и, к сожалению, мы повседневно деятельности тоже иногда допускаем какие-то ошибки, которые, правда, стараемся сразу же исправить, либо сами подсказки Земли. Обсуждаем нормально обычное человеческое общение, в том числе делимся эмоциями. Ой, а я вчера вот видел такую картинку из иллюминатора, а я сфотографировал такой красивый вулкан. Ну-ка давай посмотрим эту фотографию, как это все смотрится. То есть это обыкновенная повседневная жизнь. Все, что было даже первое.